Вашему вниманию предлагается наш первый опыт с лучком. Лучок. Тут у нас разный. Сквирский, ялтинский, еще какой-то там непонятный. Значит, что тут интересного с этим лучком? Лучок был высажен на рассаду в марте месяце семенами в ящике. Далее мы его подрастили. Рассадка вышла хорошая. И в середине апреля высадили в открытый грунт. Вот такой у нас получился лучок. Сейчас еще покажу. Ну, здесь грядочка. Вот такой вот лучок. Здесь может быть чуть поменьше. Но все равно замечательный лучок. Причем этот лук выращен в условиях Киевского региона абсолютно влажного и сырого, жаркого климата. Очень тяжело тут что-то такое солнцелюбивое вырастить ввиду высокой влажности и сумасшедших туманов. Достаточно сказать, белье, которое постиранное и вывешенное для сушки в тени, может висеть влажным трое суток. Спасибо за внимание. До свидания.